Get Movies. Канал для всей семьи. Ах ты ж, ёжики! А ты что тут делаешь? Его! Девочки, я что-то запуталась. Почему повелитель сражается с волколаками? Разве они не заодно? А может, они как Варечка с Машей? Они тоже часто ругаются. Мы не ругаемся! Мы не часто! А как же толстый шеф? Забудь о нем! Он возьмет лопы! Бегите, жалкие трусы! Девочки, это какой-то неправильный повелитель. Почему вы нам помогли? Будьте так любезны. Отойдите и не мешайте. Скажите, пожалуйста, а вы правда тот самый злой ужасный повелитель, который забирает жизненную силу людей и обращает их в камень? Что? Как вы посмели подумать такое? Да из-за вас, глупые девчонки, настоящий повелитель все еще на свободе! Мы просто хотим понять, кто вы такой. Вот ведь любопытные. Ладно, слушайте. Шеф, что будем делать? Предупредим повелителя. Скорее во дворец! Когда-то давно меня знали как белого рыцаря. Я жил в далеком городке, и была у меня невеста. Но однажды я пришел и увидел, что она обращена в камень. Я был безутешен. И готов сделать все, чтобы вернуть мою любимую к жизни. Это точно был повелитель! Вы заметили, как он выглядел? Сколько глаз, рук, ног? Аленка, не перебивай! Разумеется, нет. Иначе мои поиски не заняли бы так много времени. Чудовище не оставляло следов. По крайней мере, оно так думало. Но вы обошли все сказочное королевство и нашли след, ведущий к чудовищу. Да, мои поиски были долгими, а враг осторожным. Но однажды в одном из городков я нашел улику, указавшую мне путь. Что вы тут делаете? Службу несем! Несем, ваша сказочность! Никакой службы в такой прекрасный вечер! Я же говорил, всем отдыхать! Так значит, улика привела вас в столицу сказочного мира? Да! Я был уверен, что нашел чудовище! И даже почти одолел его! Но вы постоянно мешали! Эти шкатулки... Какого количества хватит, чтобы окаменить половину мира? Что повелитель задумал? Не знаю, но что бы это ни было, его плану не суждено сбыться. Получается, без шкатулок чудовище не сможет пополнять свои силы. И тогда... Кекс, мне в уши прол! Кто это был? Ой, кажется, гномики ожили. Вы думаете... Если одолеть это чудовище, все заклятия будут сняты! Господи, ты темно, Фрол!
со мной! Ай! Ой, 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 ай! Вот и хорошо. Ушли. Постойте! Куда это вы? Рад бы еще поболтать, но меня ждет решающая битва. Мы пойдем с вами. Я тоже хочу найти это чудовище. Оно превратило в камень моих родителей. Мы поможем вам. Благодарю за столь щедрое предложение. Но мне не нужно, чтобы вы опять путались у меня под ногами. Что вы делаете? Это же запирающее заклинание. Эй, уберите эту штуку! Вы не должны биться в одиночку. Сидите пока здесь, волшебница. А меня ждет встреча со старым врагом. Ну что, Машенька, вытащишь нас? Думаю, да. Я смогу снять заклятие, но на это потребуется время. А вот и наша спящая красавица очнулась. А ну отвечай! Кто такой повелитель? Где он? Что молчишь? Ничего вам не скажу! Противные девчонки! Скажешь! Ну, сарделька несчастная! И что ты за жизнь у меня собачья? Все-то на меня ругаются! Сев кричит, тонкий рычит, а в плену кричат еще страшнее! Бедненький, больше тебя никто не обидит. Ну вот, хороший мой песик. Ах, я всегда мечтала о собачке. А мы почти у цели. Еще немного, милая, и мой план воплотится в жизнь. Попался, злодей! Визирь? Давно не виделись. Ваша сказочность. Где ты пропадал? Я... Хватит притворяться. Я знаю, кто ты. Однажды Тонкий больно откусывал все запеканки у кота и свалил на меня. Обидно было. Признание своих чувств – это первый шаг к душевной гармонии. А Сэф на горочке меня не пускал. А это был мой выходной. Ты не должен просить разрешения, чтобы провести выходной так, как тебе нравится. Не должен? Конечно. Ты волен сам выбирать себе досуг из того, что ты любишь. То, что я люблю? Да, я же вижу, что ты не такой злой, как другие волколаки. И не хочешь, чтобы сказочным жителям было так же грустно и страшно, как тебе. Да вообще-то мне как-то все равно. Не хочу, не хочу. Тогда помоги нам остановить повелителя, пожалуйста. Да я его видел-то всего пару раз. И то он был в этом капюшоне. Миленький, может, ты еще что вспомнишь? А? Да, он что-то говорил? Или как-то по-особенному... мычал? Маячился? Мартышился? Муравьедился? Мяукал? Да? А? Так значит, повелитель это... Что застыли? Схватить! Плохо дело.
Лавочник-повелитель! Как же мы сами не догадались! А визирь? Это были не покушения! Он пытался его остановить! Как там толстый? Уже голодный, наверное! Девочки, нашла! Опру что! Скорее во дворец! Мяукал? Зачем они сказали мяукал? А! Ладно. Повелитель, визирь спрятан как положено, но склад шкатулок обнаружен девчонками из патруля. Ничего вам нельзя доверить, дворняги бесполезные. План меняется. Готовьте портал! Этот шум невыносим! Ах, я больше не вынесу! Сладкий сонный пряник поможет вам уснуть, принцесса! И теплое молоко! Все, что мне нужно, это тишина! Найдите источник шума, и пусть он прекратится! Идите! Стойте! Пряник оставьте! А ну тихо, безобразники! Ночь на дворе! Соблюдайте тишину, а не то! Ой! Здрасте! Ваша сказочность, вы хотели нас видеть? И мы пришли! Как по часам! Да-да-да, проходите. Я тут просто разрываюсь. Столько дел и прошений с каждым днем становится все больше. Волшебница, мне срочно нужен новый визирь. Дорогая моя, и сейчас, милая. Ого! А что это было такое блестящее? Девочки, новый визирь! Найдите его, и пусть займется прошениями немедленно! Ну и задачку нам сказочник придумал! Да, мы и старого визиря еще не нашли, а тут нового подавай, и откуда мы его возьмем? Может, нам кто-то посоветует подходящих сказочных? Да, но кто? Ой, Алисочка, ты заболела? Нет, все хорошо. Давайте за мной. Я тут местная и знаю пару достойных кандидатов. Добрый день. Помню, вы хотели получить должность визиря. Должность визиря? Да, хотела. Кто сказал визирь? Я готова. Это я готова. За мной, нет. За мной, за мной. Это моя должность. А я волосы. Добрый день. Вы бы хотели стать визирем? Ох, радость-то какая! Конечно, я готов! Давно хотел поквитаться с этими несчастными палатницами! Что бы мне взять? Саблю, копья, возьму все! Меч, подождите, я сейчас! Как вы могли мне такое предложить? Бить у кого-то на побегушках? Что вам принести? Сию минуточку. Нет, не продашь. Даже не думай, Аленка. Да, что-то эти достойные кандидаты не очень оказались. Не знаю, ну что вам не нравится? Тот тролль был вполне ничего. Давайте еще поищем. Да, не может быть, чтобы во всем городе не нашлось подходящего визиря. Дайте только отдышаться. Эти поиски такие утомительные. Ой, Аленочка, а ты хорошо смотришься. Правда? Если честно, я его только увидела и сразу почувствовала какое-то притяжение. И знаете что? Я могу стать визирем. Временным. А почему это сразу ты? А почему нет? Что тут сложного? И вообще, я чувствую, что правление – это мое. Так, дайте-ка посмотреть. А я нет, урожай, его... Его пит...
Ерунда какая! Да, Аленка, тебе еще учиться и учиться. Вянет урожай, и вокруг тоска. Ждем мы и надеемся на помощь из дворца. Тоска? Так это же по моей части! Я с племенной визирь повелеваю устроить танцы! Указ из дворца! Всем веселиться! И сколько можно? Я устал плясать! Стой, Аленка! Надо выяснить причину гибели урожая. И здесь без знаний никуда. Мяу! Что это такое? Ох, Машенька, надо смотреть на вещи шире. И, кстати, я думаю, горожанам давно пора сменить имидж. Варя, ты вообще не о том думаешь? А вот и нет! За модой будущее! Ваше будущее соблюдает очередь! Я первая в Весилии записалась! Девочки, я вообще-то тоже править хочу! А я думаю, что в любой непонятной ситуации нам поможет одно. Визирь Снежка повелевает всем мороженое! Эти бесконечные новые законы из дворца невыносимы! Мяу! Все, хватит! Я буду жаловаться! Кто со мной? Кто-нибудь объяснит мне, почему во дворце полно мороженого и странных шляп? Сказочник, а мы тут... А там что еще? Кто мы? Сказочники! Чего мы хотим? Порядка! Порядка! Ваше сказочное высочество, мы все объясним. Мы только на время стали визирями, не на совсем. Потому что остальные кандидаты в визири... А... Нет меня! А вот и они сами. Ваша сказочность! Приказите начать общие тренировки! Волшебницы! Кажется, сказочник не очень нами доволен. Подумаешь, перестарались немножко. Ну, что же нам теперь делать? Ох, девочки, что бы вы без меня делали? Держитесь! Вянет урожай, и вокруг тоска. Ждем мы и надеемся на помощь из дворца. Ну что, на этот раз делаем все как положено? Фух, это сделали. Ну что, много там еще? Нет, всего одно прошение осталось, и оно от Гномеллы. Принцесса гномов жалуется на ужасный шум в своем царстве. Пишет, что отправила Яра и Фрола разобраться с ним, но те до сих пор не вернулись. Так пойдемте скорее! Чем быстрее разберемся с шумом, тем быстрее освободимся! Вы идите, девочки, а я тут останусь. Вдруг еще прошение появится. Хорошая идея. Увидимся, Алисочка! Настало время визиря Алисы! Удобно тебе, девица? Да, очень! Садитесь, пожалуйста. А быть визирем не очень-то и весело. Утомительно как-то. А как же твое «править мое призвание»? А я уже передумала. Спокойно, Аленка. Это просто статуи. Они не кусаются. Ух, наставили тут. Только людей пугают. Ой, а как они на Яра и Фрола похожи. Так это же и есть Яра и Фрол! Девочки, кажется, нам туда. Будьте осторожны.
Осторожнее, остолопы! Хоть одну шкатулку разобьете, я с вас шкуру спущу! Простите, шеф! Мы сейчас, шеф! Простите, шеф! Кто здесь? Настоящий, волшебный. Ого! Как в сказке, что ли? Как здорово ты придумала, Машенька. И зачем нам Боб? На летучий остров я нас могу телепортировать. Только координаты дайте. Нет, не можешь. Этот остров в аномальном магическом циклоне парит. Наша магия там не работает. Ха-ха-ха! Побежали скорее! Нет магии? Аленка, подожди! Да, может, сначала план придумаем? Ой, да что там думать? Приходим к великану и просим его расколдовать маму с папой. Да, план что надо. Эй, подождите нас! Мы пойдем с вами! Это мытушки! Я категорически заявитушки, что под это мытушки я не подписался! Ой, Шушек, какой ты смелый! Да, но мы не знаем, что нас ждет на летучем острове. Там может быть слишком опасно. А мы не боимся! Или вы забыли, как мы волколаков с мельницы прогнали? Тьфу, да волколаки это что? А там целый великан! Лучше подождите нас здесь, малыши. Мы скоро. Всё не так уж и страшно! Да, девочки? Ещё чуть-чуть. Привет! Власть мне и не хватало! Помогите! Маленькие! Ничего, мы не маленькие! Ой, ну что же ты такой шумливый? Присядывай, отдохнятошку себе организуй-ка! Не хочу я отдыхать! Хочу, чтобы меня всерьез воспринимали! Мы же хоть и маленькие, но... сильные! Смелые! Самостоятельные! И мы это докажем! Да! Не-а-а! Не хочу-каю никуда топать! Эх, девочки! Как выбираться-то будем? Вот сейчас нам бы пригодился шланг. А может, если мы вежливо попросим, великанчик нас отпустит? Ага!
и с собой в дорожку пирожков даст. Правда? Как мило с его стороны. У вас хотя бы клетки нормальные, а у меня что? Эх, пошли помощь для моих родителей искать. А теперь нас самих спасать надо. Эй, ты! Свободу патрулю! Слышишь? Эй! Чу-чу-чу! Тихонько тут! Не бузи! Ты не имеешь права держать нас в клетке! Отпусти нас сейчас же! Не бойся, мы тебя не обидим! А вот этого я не обещаю! Почти уже. Чуток осталось. Да чего? Чуток? До беда! Девочки, а вам не кажется... Не может быть! Может! Об этом я тоже сказки читала! Вы о чем? Он хочет нас есть! Ну уж нет! Я обедом не стану! Получай! Ну, что я вам говорила? Не работает тут магия. Кажется, пора звать на помощь. Ага. Помогите! Да топочки! Только зачем уж? У девчулек всегда кусё под контролькам. Это же... И это девочки! Скорее, бежи! Сначала карабкались-ка, теперь вот побегайте-ка давайте-ка. Девочки! Ой, это что за громадина? Да он! Он обижайка из наших девчулей! Я так и знал, что это, походушка, плохенькая идейка. Ах ты! Мы сейчас маленькие ему покажут, как маленьких обижать. Ту-ту-ту-ту-ту! Шушик! Ого! Откуда вы взялись? Эй, ты чего? Да ты смешнючий, давно я так не обкахатился. Спасибо, выручили. А теперь уходите скорее. Вам с великаном не справиться. Ой, кажется, Аленочка застряла. Лизай, кому сказала? Традиция. Мы же издревле так делаем. Бедный великанчик. Прости нас, мы не так тебя поняли. Теперь вы не убежите, а? Тут и останетесь. Мне так скучно. Даже потречать не с кем. Мечаю. Значит, поболтать любишь. Есть у меня один знакомый, такой же болтливый. Ну вот,
Теперь Аксилиум будет тебе сказки рассказывать. А если захочешь с другими великанами поговорить, только попроси. По запросу великан найдено 100 контактов. Ого! Спасибо вам! Великанское! И простите нас за суп. Он, видно, вкусный был. А то я вам рецепт пришлю, сварганите. Господин великан, раз вы нас не собираетесь съесть, можно вас кое-что спросить? Вы можете расколдовать людей, которых в камень обратили? Я бы это, без лишних. Да тут дело такое, я только заколдовывать умею. У нас как это заложено. Расколдовывать сюда, может лишь тот, кто заклятие туда наложил. Извиняйте. Дамусик, мой люсюсенький мой! Иногда я думаю, что никогда не расколдую маму и папу. Ну что ты, Аленка, обязательно расколдуешь. Да, у тебя же столько помощников. Спасибо, девочки, и вам, наши храбрецы. Вот вы где, а у меня тут суфле. Сама готовила. Хотите перекусить? Нет! А мне тут две штучки, пожалуйста. Ну что ж, похоже, сегодня все будет закончено. Друид сказал, он должен быть где-то здесь. Да с чего вы взяли, что вам вообще нужен щит? Какой от него толк? Может, лучше арбалет? Извини, Вася. Или вот, алебарда. Классная вещь. Ой! Прости. Я все понял. Нам нужен меч! Закачать-то! Нет, меч нас от окаменевающего взгляда не защитит. Зато поможет друиду избавиться от лишней посуды. Шапка-нелюдимка? Интересно, как это? Ходят тут всякие, руками хватают. Чего изволите? Гнев русалки под маринадом? Крик совы с изюмом? Нет, спасибо, я на диете. А почему вы вообще решили, что горгон Аленкиных родителей расколдовать сможет? Вась, ну ты сам подумай. Если она одним взглядом кого угодно в камень превратить может, то я обратно должна уметь. У этой медузы весь остров в статуях. И на голове у нее змеи. Только Персей с ней справиться смог. И у него как раз щит специальный был. Этот щит мы и ищем. О, зеркальце! Наконец-то что-то нормальное в этом сарае. Я на свете всех милее, всех румяней и белее. Ой, не могу. Это ты всех милее. Держите меня. Я сейчас тресну от смеха. Ты на себя-то посмотри. У тебя же уши в разные стороны. Про нос я вообще молчу. А волосы вообще розовые. Что случилось? В борщ упала? Ты что, не видишь? Самый прекрасный тут я. Что? Ах ты! Что вы там кричите? Щит нашли? Ага, щит. Как же? Тут какая-то стекляшка заносчивая. Это я-то стекляшка? Да я чистейший хрусталь. Арбалет. Зеркало. Не нравится мне все это. Может, вам все-таки не стоит идти к этой горгоне? Вдруг она и вас в камень превратит. Горгоне? Вы собираетесь идти к медузе горгоне? А вы что, ее знаете? Да я ее лучше всех знаю. Может, вы тогда знаете, где нам щит Персея найти? Щит Персея? Не слышала такого. Но... Может, вам нужен его сиятельство, самый прекрасный, самый зеркальный величий Персея, великолепного? Наверное.
А где нам его найти? А я, по-вашему, кто? Глаза протрите. Не видите, что ли, мое сияние? Поможете нам? Пожалуйста. Ладно, так уж и быть. У меня у самого к ней пару вопросов есть. Готов взять командование на себя. Кстати, я столько этих медуз покорил, со счету сбился. Мы пойдем с вами. Вдруг наша помощь понадобится. Катастрофа! На помощь! Похоже, нам придется остаться. Работайте, работайте, мальчики. Я не поняла, почему именно я стала носить этого заносчивого? Смотрите, сказочник! А он-то что тут делает? Не знаю, но мне это не нравится. Что ж, замухрышечки мои, слушайте сюда. И если не хотите превратиться в камень, делайте только то, что я говорю. Самое главное правило. Ой, девочки, кажется, она его увидела. Сказочный патруль! Со мной! Ну что встала, неси меня быстрее. Так, не отставайте! Шустрее, шустрее! Рожба, рожба! Тащишься, как черепаха! А, ложная тревога, никого там нет. Одни статуи. Это же сказочник. Не успели. Ваша сказочность! Как же так? Как же мы теперь без вас? Алиса! Что ты наделала? Это она! Закрывайте глаза! Слушайте мои команды! Носильщик сюда, скорее! Что там за шум? В атаку! Слышали, как я грозно сказал? В атаку! Никто в мире не смог бы так! Ох, да чего же я хорош! Работала? Конечно! Нет, массивный! Вы вообще слушали мои команды? Ты неуклюжая, держи меня ровнее! А ты, зануда, причаливайся правее! Да в другую сторону же! Вы же сами сказали правее! Сказал правее, имел в виду левее! Да дайте подумать! Хотя зачем мне думать? Я и так самый умный и красивый! Теперь ты, белая! Правее! Нет, левее! Классно, ты залепила! Жаль не медузи! Рыжая! Ты чего там, уснула? Совсем, что ли? Ты вообще видишь, куда метишь? Конечно, не вижу. У меня глаза закрыты. Оно и видно. Повезло еще, что у вас есть я. Такой талантливый, красивый. Ладно, давайте теперь на счет три. Раз, два, три. И кто это тут у нас попался? Сказочный патруль? Ваша сказочность? А вы что тут делаете? Ну, ваша Алиса разбила! То есть сначала медуза Горгона закладывала, а уж потом Алиса разбила! То есть Алиса виновата, конечно, но не так уж и сильно. Как же вы обратно собрались и расколдовались? Ничего не понимаю. Никто меня ни во что не превращал. Но мы слышали, как вы кричали. А, так это я от восторга! Я у медузы Змеевны статую свою заказал для фонтана. Правда, забирать, похоже, уже нечего. Что же мы наделали? Ой. А медуза нас за это в камни не превратит? Надо бы. Жаль, не умею. Получается, вы совсем-совсем в камень превращать не умеете? И расколдовывать тоже? Совсем-совсем. Ну, я не понимаю. Мы же в книге Визиря прочитали. И Аксилиум то же самое говорит. Ой, девочки, не верьте всему, что написано. Никакая я не злодейка, а просто скульптор. Не простой, а золотой. Но если вы никого в камень не превращали, зачем Персей с вами сражался? А, Персей. Этот самовлюбленный тип давным-давно сватался ко мне. Буквально прохода не давал.
Но такой заносчивый был, только и восхищался сам собой на все лады. Ах, я наипрекраснейший! Ах, я наиумнейший! Ах, я наихрабрейший! Фу! Вот я его и прогнала. А он обиделся и слухи распустил, что не сама я скульптуры делаю, а людей в камни превращаю. Надо было вам про Персея тоже слух какой-нибудь распустить. Я ему по-другому отомстила. Молодая была, нервная. И что же вы сделали? Ну, я его немножечко модернизировала. И это прославленная Золушка? А, не смешите меня, да я же от тыквы не отличу. Вы его в зеркальный щит превратили? Самое подходящее для него обличие. Что же он, навсегда таким останется? Да, давай, расколдовывай меня. Зря я, что ли, старался. Видела, как я сейчас храбро сражался? Как отважно, как бесстрашно. Все ради тебя. Да ты же против меня сражался. Ну какая разница? Расколдовывай уже. Не получится. Что? Ты себя только сам расколдовать можешь. Просто похвали кого-нибудь. Всего-то? Ха-ха-ха! Ну это я запросто. Ты такая прекрасней меня быть просто невозможно! Что я говорила? Все такой же надутый индюк. Сейчас. Я, наверное, не выспался сегодня. Или перемена погоды, или, может, устал в бою. Как был хвостом, так и остался. Думаю, это надолго. Пойдемте отсюда, девочки. И меня не забудьте. Принимайте работу, ваша сказочность. Теперь точно века простоит. Да, хорошо, что у сказочника не окаменевающий взгляд. Вы все же пришли. Я в восхищении. Не каждый осмелится проделать такой путь. Но эта вещица того стоит. Не завидую вашим врагам. Я тоже, мой друг. Я тоже. Запись 3066. Артефакт все еще в процессе сборки. Продолжаем наблюдение. Аленочка, присядь хоть на минутку. Я не могу уже ждать! Почему он так долго? Спокойнее! Вон, бери пример с нашего помощничка. Спящего. Я не сплю, а экономлю силы для встречи с повелителем. Эй, смотрите! Ого, клубочек! Ты где руки тянешь, а? Он живой! Оно! Приветствуйте меня! Легендарный Путевод 2! Клубка первый единственного! Вот так сразу? Здравствуйте. Ладно, сойдет. Ну, что вы хотели-то, а? Клубочек, ты же путь к потерянному указываешь. Отведи меня к моим родителям. А меня к повелителю. Че, прямо сейчас? А что, у тебя какие-то легендарные проблемы? Я вообще-то 1000 лет разобранным был. Мне надо отдохнуть. Разбейте. Дракоша, фу! Ваш дракон меня помял. А теперь мне плохо и скучно. Отведи нас к родителям Аленки немедленно. А не то что? А не то Дракоша тебе покажет. Во-во-во-во! Тебе не надо что сразу угрожать!
Покатились уже! Вот мы и на месте! Уже? Я еще не придумала, что им сказать! Как поживаете? Я Аленка! Нет. Хей, че, как предки? Девочки, а это разве не сад сказочный? Что? Эй, ты зачем нас сюда привез? Мы тут уже 100 раз были. Здесь только деревья и статуи какие-то королевские. Во-во-во-во. Все, как ты просила. Что за шуточки? Все, как связывали. Прикатились. Я тебя не об этом просила. Я хотела, чтобы ты нашел моих родителей. Как говорится, родители не выбирают. Ах ты, колобок вязаный. А ну нормально говори, где мои родители? Аленка, смотри! Тот странный огр тоже здесь. Но если Оз тут, и он каменный, то получается, что все эти статуи... Это не просто статуи, это пропавшие сказочные. Нет, не может быть! Неужели? Мама! Папа! Как же так? Ва-ва-ва, как это трогательно! Семья воссоединилась! Я тоже сейчас заплачу. А может и нет. Пошутил, я так прикольно. Тихо ты, а то сейчас на свитер пущу. А что вы такие серьезные, а? Давайте все к Трубадуру! У него сегодня вечеринка в башне! Еще одно слово про вечеринки? Довольно! Веди меня к повелителю! Ох, и повезло мне с хозяевами. Одна родителей в саду потеряла. У другого повелитель под носом, а он не видит. Что? Что слышал? Во дворце твой повелитель. И давайте уже закругляться. Сколько можно на одном месте топтаться? Визирь, ты вернулся! Что? Что это за звук? Барышни, давайте уже на танцы, а? Да катись ты уже на все 4 стороны! Скорее, во дворец! Вот так вы сразу и все довольны! Сегодня твое правление закончится! А вот и повелитель! Хватит ужасные звуки! Прекратите их! Ваши старшины, что с вами? Хватит путаться у меня под ногами! Мне не хватает моей магии. У меня почти получилось. Еще немного. Визирь! А ну отдай, глупая девчонка! Поберегись! Уйдите с моего пути, или вы пожалеете. Ой, как страшно. Не знаю, что это за штука, но на нас она не действует.
И сказочника ты больше не обидишь! Нет! Что вы наделали? А теперь расколдуй моих родителей! Ты подставной визирь-повелитель несчастный! Слишком поздно. Девчонка! Какое предательство! А ведь я доверял ему! Как я мог быть таким наивным? Не корите себя, ваша сказочность. Визирь всех нас обманул. Бедненькая, почему она никак не очнется? Я должен помочь ей сейчас же! Сказочник! Каменные скульптуры у вас в саду – это заколдованные сказочные! И мои родители! А где он? Улетел с птичкой. Ей очень плохо. А визирь? Вы схватили его? Удрал. Что же теперь делать? Как мне расколдовать маму с папой? У меня есть одна идея. Вот, здесь упоминаются маги, владеющие магией окаменения. А значит, кто-то из них сможет снять заклятие повелителя с твоих родителей. Дайте-ка посмотреть. Тут написано, что таким даром обладают только три мага. Медуза Горгона, Великан и... А тут вырванная страница. А может, колечко нам подскажет, кто третий маг? Аксилиум, кто владеет магией окаменения, кроме Медузы и Великана? Третий маг. Информация... не найдена. И здесь тупик! Что же это такое? Не волнуйся, Аленка. Значит, пойдем по порядку. Аксилиум, кто там у нас в списке первый? Ай, как же я не люблю эти скучные уборки! Через полчаса распродажа у шляпника закончится, а я тут вожусь. Надо поскорее с этим закончить, а то все разберу. Ну ничего, так тоже неплохо. Очень плохо. Кошмар! Пропала моя распродажа! Маша! Варя! Очнитесь! Снежка! Ой! Мне, то есть городу, нужна ваша помощь! Что же теперь делать? Интересно, а что бы девочки сейчас сказали? Алиса, возьми себя в руки. Успокойся и подумай головой. Может быть, у тебя есть какой-нибудь волшебный артефактик? Ты что, подруга, про часики забыла? Отмотай время и готово. Ой, девочки, часики тоже сломались. Ну, может быть, у вас здесь какие-нибудь другие подходящие артефакты есть? Симсалабим? Абракадабра! Рекс-пекс-пекс! Ничего не работает! Мне что, придется все самой исправлять? А вот мой исправочник хранителя! Ой, я уже забыла, какой ты тяжелый! Что делать, если хранитель времени хронически опаздывает? Не то. Как убить время с пользой? Не то! Почему счастливые часов не наблюдают? Опять не то! А,
Вот! Если часы на башне встали, неисправность ищи в сердце часов. Ла-ла-ла. В механизм ведет тайная дверь. Ну? И где эта тайная дверь? Ой! Механизме часов и занимаются его обслуживанием. Фух, а я уже думала, все, сейчас мое сердечко остановится. А это вы. Ой, остановились. Это совсем не тик-так. Надо поторопиться, пока тут все не развалилось. Кажется, кому-то тут очень весело. Живые часовики! Ты кто такая? Я? Я хранительница времени, неподражаемая Алиса! В общем, тут такое дело. Сердце часов остановилось. Сердце часов остановилось? Это значит... Вам надо его починить. Ну нет. Нам больше ничего не надо чинить. Говорят, рабочее время, а потихий час. Только это, точно не про нас. Мы отличные ребята. Кажись, он того. Застыл. О, нет! Бимбура, бандура, фармагладина, кирин, чирин, дель, букки, бока, фон, попко, карамелла, бом. Как мы будем без тебя? А я думала, его зовут Бимбом. Это сокращенно. Где банка? А в банке у вас что такое? Консервированная энергия времени. Последняя наша баночка. Ага, теперь понятно, почему вы не застыли. Но банки надолго не хватит. Хотите, не хотите, а сердце часов вам придется починить. Не мне же это делать. Наверху. А мы внизу. Так с чего вы ждете? Поднимайте нас. Одно утешение, пока время стоит, распродажа не закончится. Приступайте! К чему? К починке. Это же ваша работа. Вы же тут часовые человечки. Мы часовые, а не ремонтные. А ну быстро починили тут все! Зануда! Готово! Что-то не похоже. Сойдет и так, да так? Ага, именно так, Тик. Плохо сделали! Переделывайте! Вот уж дудки-гудочки! Я устал! И я устал. Теперь все действительно так. Стой! Все выпил, ну и обжора! А если у вас энергия закончится? Не закончится.
справиться. Тик, вставай! Зануда все починила! О. Сердце часов за этой дверью! Ай, давай скорей! Ну что опять? Смазать надо! Где-то тут должно быть маслица! О! Ай! Смотри! Очень мило! Но сейчас не до этого! Зануда, я в тебя верю. Ты ведь и так все сама по... Вот так всегда. А теперь пора навести тут порядок. Неплохо, Алиса. Да что там? Бесподобно! Нам отвернуться, и ты такой бардак развела. Я? Ничего я не разводила! Лучше признайтесь, кто всю клубнику слопал! Девочки, а у меня такое ощущение, будто меня кто-то стукнул. Ой, с вами все в порядке! Я так рада! Алиса, что случилось-то? Да так, небольшая поломочка в башне. И все из-за этой штуковины. Девочки, это то, что я думаю? Алиса, ты нашла третью часть путеводного артефакта! Ого, здорово! Но у меня есть дело поважнее. У шляпника большая распродажа! Я искал. Ошибался. Снова искал. И вот, наконец-то, я нашел идеальную вакансию. Очень хорошо, господин Морок. Спасибо, Пушистик. А опыт управления театром у вас есть? Конечно. А какова ваша стратегия решения конфликтов? Силовая. Карьерные ожидания? Я бы хотел занимать руководящую должность. Что ж, тогда я решительно сообщаю, что вы приняты в смотрители театра. И вы говорите, что я могу жить в театре? Разумеется. Тогда по рукам. Давайте, девчонки, соберитесь! Осталось найти последнюю часть, и путеводный артефакт будет собран! Да, Аленка, вот только где ее найти? В книге визиря подсказок больше нет. А вы над огнем ее держали? Вдруг там что-то написано невидимыми чернилами? Точно! Аленка, ты куда? К Владику, за книгой. Аленка, Маша ее уже всю просканировала. Нет там никаких тайных записей. Да и Морок после Машиных экспериментов нам ее вряд ли одолжит. А давайте тогда объявление о розыске напишем. У меня и фломастеры есть. С блестками. Еще идеи? А может быть, погадать на кофейной гуще насчет артефакта этого? Ну и шутница ты, Алиса. У нас вообще-то серьезное дело. Ну я же помочь хочу. И вообще, я все обдумала и считаю, что вы должны принять меня в патруль. Костюм героини мне очень подойдет. Да и подвиги популярности добавят. Да,
Только такой помощницы нам и не хватало. А я думаю, помощь нам не помешает. Но Алису нужно потренировать. Ну хорошо, но если Алиса не справится с тренировкой, то больше никаких разговоров про нового героя. И что же было на этой вырванной странице? Эй! Ты что там удумал, а? Помыть полы, выбить пыль, расставить книги по алфавиту, прогнать болотницу из подвала, спеть колыбельную чайному сервизу... Стоп! Это что, список дел? Ха-ха, ну уж нет! Я в смотрители подался только ради жилья! Сил уже не было храп этого друида слушать! Какие-то возражения? Повторять, хватит заниматься ерундой! Я твой хозяин и... А, ты думал, что мы напарники и друзья? А вот и нет! Это мой чадо! И тебе давно пора... понять... это... Алиса, ты в порядке? Что это было? Что ж, испытания показали, что... У нас проблемы! Последняя коллекция шляпника! Я не сдамся! Слышите, девочки? Девочки, а... Количество заданий достигло критической массы! Как прекратить этот шум? Починить мост, прогнать монстра, спасти зайчика от дракона. Девочки, скорее, разберемся по ходу. Я вам говорю, что не сдамся. Дайте мне еще задание. Эй, вы где? Ну вот, опять без меня ушли город спасать. Тогда я сама себя испытаю. Часики мои, сколько заданий! Ха! Я им еще покажу, чего я стою! Хранительница времени Алиса! Новая героиня волшебного города! Морок! Не морок? Привет, доспехи! Что это вы тут одни? Ну, не надо так расстраиваться! Что он сказал? А ты что? Возмутительно! Некоторые совсем не смыслят в красоте. А ведь это сила! О, придумала! Пойдем, покажем им всем, как они ошибаются! Жители сказочного мира, встречайте! Мы новый хит сезона! Эксклюзивная коллекция «Мы прекрасные герои»! Совершаем подвиги сильно! И мы поможем вам во имя моды и красоты! Вот и лети отсюда! Будешь знать, как чужих зверюшек похищать! Да хватит брыкаться! Мы же тебя спасаем вообще-то! Все, справились. Ну, что
доспехи мои не видели? А с чего это нам за ними следить? Нет, мы их не встречали. А что, они от тебя наконец-то сбежали? Что, правда, сбежали? Я бы на вас посмотрел, когда к вам постоянно лезут со всякими бантиками. Вообще-то, это нам знакомо. А вот и мост. Ой, какой он сказочно красивый. Простите, это вам надо мост починить? Уже починили. Спасибо новым героям. Постойте-ка! Это какие такие новые герои? А мы кто? Нам надо найти этих самозванцев срочно, пока они еще никому не помогли. О, борьба добра с добром. Я должен это увидеть. А ты видел, как я его? Сударь, красный вам категорически не к лицу. А твое знание языка цветов просто бесценно для влюбленных принцев. Мы с тобой настоящий герой. Как же здорово! Что? Герой, а вы уже спасли моего зайчика от дракона. Секундочку. Задание с зайчиком погасло. Если мы его не выполняли, значит, зайчика уже... Так как насчет зайчика? А, зайчика хочешь? Пожалуйста, футболка с зайчиком. Тебя устроит? Или вот воздушный зайчик. Правда, миленький? Я хочу моего зайчика! Не плачь, милый ребеночек! Ой, что ты делаешь-то? Иди на шуфлёк! Кто тут обижает моего малыша? А вот и самозванцы! Минуточку, это не то, что вы подумали, это ошибка! Доспехи, я здесь! Держись! Стоп, это же Алиса! Я хочу своего зайчика! Давайте все обсудим. Так вот же он, твой зайчик. Да, больше злой дракон его не тронет. Ну, что нужно сказать милым волшебницам? Почему так долго? Я хотел сказать, в общем, ты это, в порядке, мой друг? Алиса, мы хотели сказать, что последнее задание ты выполнила блестяще. Да, и мост что надо. И монстр просто красавчик. В общем, мы будем рады видеть тебя в нашей команде. Нет. Что? Нет? Но почему? Геройствовать – это так утомительно. А завтра новую коллекцию к шляпнику привезут. А в среду у меня встреча в клубе экспертов моды. Лучше я буду вашим прекрасным консультантом. А вот ты где. Пойдем посмотрим твой театр. Думаю, розовые шторы туда впишутся. Или с кружевом. Эй, какие кружева? Это мой театр! Слышите? Мой! Ну что там еще? А, это вы, Моргана? Да, да. В театре полный порядок. Все под контролем. Вас плохо слышно. Так-так, посмотрим. Правдивая история о путеводном клубке. Давным-давно жила-была принцесса. Однажды она стала таинственно исчезать по ночам и возвращаться под утро. Чтобы ее отыскать, король-маг создал путеводный клубок, который принцессу нашел на ночном балу. Король и принцесса неделю не разговаривали, а потом заключили договор. Принцесса больше не будет убегать, а родители дадут ей больше свободы. В знак примирения король разбил путеводный клубок и развеял его части по всему свету. И как это называется, патруль? Владик, а мы тут книгу читаем. Ага, мою книгу. Здесь написано, что ниточку последний раз в туманном лабиринте видели. Пойдешь с нами? Ага, конечно. Только доспехи надену, оседлаю единорога, да конфет в дорожку возьму. Кажется, морока можно не ждать. Маша, это же камушки, что нам ведьма дала? Они самые. С их помощью мы найдем выход. Ох, Маша, какая же ты зануда. Я и так дорогу запомню. Ну, конечно. Куда мы без нашего лидера?
Нет бы хоть раз просто спасибо сказать. Я не виновата, что лучше всех знаю, что делать. Это просто талант. Ну, Варечка! Ой, да ладно вам, девочки, не ссорьтесь. Ага, вот моя бабушка всегда говорила, рот нам нужно ругаться, чтобы пироги кушать. Малиновые вот или с облепихой. Это Варя опять зазнается. Да, Варечка? Девочки, вы где? Едвига Петровна, вы здесь? Но как? Некогда объяснять. Сюда, Маша. А вот и она, героиня сегодняшнего вечера. А помните мой праздник цветов? Просто признайте, я знаю толк в организации. Девочки? Варечка, я нашла тебя! Селеста, что ты тут делаешь? Так сегодня праздник розы ветров. И только ты можешь сделать его сказочным. Девочки, смотрите, лабиринт этот совсем не страшный, а очень даже... волшебный. Дедушка! Девочки! Девочки! Да куда вы делись-то? Дурацкий туман! Стоп! А это что? Это же... бабушкины пироги! Бабушка! Едвига Петровна! А что происходит? Как что? Это церемония в твою честь. Давно пора отметить все твои заслуги. И первая награда за лучший маскарадный костюм. Селеста, я бы с радостью... Эй, вы! Тетя рисунок! Помогла тебе, но... Стоп! Но туля чуть выше. Мы с девочками ищем ниточку. Это важно. Да, девочки? И куда они подевались? Варечка, а что же мне надеть? Так уже не носят, это бледнит, это полнит, а вот это то, что надо! Варечка, ты прирожденный лидер! Правда же, лучше не бывает! Ну, разумеется, да! Вот это да! Жаль, что у меня не очень получается на коньках кататься! А ты сейчас попробуй, Снегурочка! Некогда мне, дедушка, я ищу своих подруг! Да и ниточка где-то здесь. Бабушка! Дорогая моя, как же я по тебе скучала. Прости, что я убежала, даже не попрощалась. Ничего, ничего, милая. Главное, что ты дома. Я просто так хотела найти родителей. Найти? А зачем их искать? Они вот-вот домой придут. 5 минуточек подождать осталось. Правда? Прошу за стол, моя дорогая. Будем чай пить с пирогами. Скрасим ожидания. Друзья, разве это было не самое эпичное падение? Что вы, не стоило. Ах, какая феноменальная скромность. Что-то мне это уже не нравится. Простого спасибо будет достаточно, честно. Я сказала, хватит! Какой успех! Ты не просто лидер, ты наша путеводная звезда. Вот только это уже не так весело. Селеста, давай сделаем перерыв. Перерыв? Ну ты посмотри, сколько приглашений. Хватит! Оставьте меня в покое! Крем-брюле, твое любимое. Спасибо.
Я уже утром съела одну. А как насчет звания королевы зимы, а? Ну что ты, это не для меня. Новое платье? Нет, мне мое нравится. Может, одни пятерки в колледже? Спасибо, я сама все-все выучу. Ну тогда что тебе надо? Спасибо, дедушка, но у меня все есть. Что это было? Этот туман насылает какие-то жуткие иллюзии. Варечка! Ой, девочки нашлись и помирились. Постойте, а где Аленка? Так вот же она. Аленка! Аленка! Аленка, очнись! А потом мы стали Ниточку искать. Нам еще Саша помогает. Он, Вовушка, такой хвостун, но... Девочки? Какие девочки? Лучше съешь еще кусочек моего пирога. Опять что-то жует. Аленка, много есть вредно. Бабушка, ты слышала? О чем ты, внученька? Мне показалось, что Снежка сказала, что много есть вредно. Какая Снежка? Мы только родителей твоих ждем, и они вот-вот придут. А скоро? Скоро. 5 минуточек осталось. Ну давай же, Аленка. Мы здесь. Еще 5 минуточек. Мне пора, бабушка. Спасибо за пироги и за чай. И вообще, я скоро вернусь домой. По-настоящему вернусь. Думаете, раз мои иллюзии победили, так и меня одолеть сможете? Девочки, это она на нас морок наводила. Но больше ты нас не проведешь! И мы тебя не боимся! Не боитесь? Ну и правильно. А ты разве не должна на нас нападать? Нет. Зачем же? Что, даже и чуть-чуть не поборемся? О, да сколько можно? Каждый день по 10 сражений. А иллюзии тогда зачем? Посмотреть, достойный ли человек вошел в мои владения. Не могу же я награды просто так раздавать, правда? Путеводная ниточка! Прощайте, волшебницы, и до скорой встречи! Ура! Вторая часть артефакта! А теперь домой! Кто-нибудь запомнил, как мы сюда шли? Мы выберемся по камушкам. И кто тут называл меня занудой, а? А еще из-за него Василиса Васильевна разжаловала меня из хранителей. Я и в сказочном мире застрял из-за него. Все мои беды из-за этого морка. Да, как я посмотрю, ужасный тип. Еще какой! Ох, как же приятно поговорить с умным человеком. Вот вы-то меня понимаете. Маш, как ты думаешь, что с ним? Не знаю. Я первый раз такое вижу. Внимание! Установка сказочного обновления. Рапопопота продолжится через 6 дней. 20 часов 37 минут. Вот вам и колечко! Ни разу ничего путного не сказала! Саша, Сидоров, ну баг вспомнил? Нет, мы у Индюка все утро про путеводный артефакт спрашивали, но он больше ничего о нем не помнит. Зато как я случайно на капустного жука сел, до сих пор припоминает. И что нам теперь делать? Пойдемте во дворец. Сказочник может что-то знать. Эй, патруль! Вам это понравится! Слушайте! Я уже давно следил за волколаками
А сегодня они сами в Лукоморье наведались. И знаете, что еще? Шеф передал волколакам приказ повелителя даже носа у дворца не показывать, потому что сегодня там будет слишком много сказочных. Поняли, да? Ой, ну и что здесь такого? Ах, да как ты не понимаешь, колючка? Повелитель мог узнать эту информацию, только если он сам находится во дворце. А значит, он — это визирь! Я уверен! Точно! Этот визирь мне сразу не понравился! Помните, как он нас в огненную страну отправил и к сказочнику пускать не хотел? Девочки, срочно приходите во дворец, тут беда! Алиса, что случилось? Мне нужна ваша помощь! Подождите, мы с вами. Я тоже пойду. Как остаться в стороне, когда кто-то нуждается в помощи? Алиса, мы здесь! Девчонки, мы пришли! А то я уже больше не могу! Что тут происходит? Девчонки, помогайте! Мы сегодня во дворце? Лёд сказочных послов. Я должна была помогать визирю его проводить, но он... Ай! Не пришел! Саша, Вася, Влад, остановите их! Остановить? Но как же мы их остановим? Стойте! Давайте обсудим ситуацию. Да, отличная идея. Давай, поболтай с ними. Это безобразие! Без должной организации все послы здесь перессорятся! Волшебницы, разберитесь с этим! Эй! А ну, хватит! Дорогие гости, пожалуйста, займите свои места. И мальчишек наших отпустите! Куда это Морок направился? А ну-ка, Вася, за ним. Давай, Алиса, говори, что делать-то? Сейчас. Визирь прислал мне список рекомендаций. Всего-то! Да мы с этим вмиг справимся! Вот это списочек. Не дворец, а лабиринт какой-то. И как мне здесь покои визиря найти? Покои визиря? Минуточку. Веранда, водосток, восточный зал, висящий коридор. Визит. Нашел. Вам туда. Ну, спасибо. Вот это сервис. Класс. Вот он. За ним. Саш, давай вернемся, а? Пусть он идет себе куда шел. Нам-то что за дело? А мы лучше Снежке и девчонкам поможем. Ну уж нет. Если визирь и в самом деле повелитель, то я сам найду улики. Если они, конечно, вообще существуют. Феи горных лесов не терпят жары! Пещерные тролли очень любят поесть! Так, еда. Уважаемые гости, прошу вас, угощайтесь. Самые лучшие банкеты от кафе «Лукоморье». Кстати, возьмите купончик, пригодится. По пятницам у нас отличные скидки. Отлично! Дальше. Звездные феи не переносят пыльцу. Травяные гномы не любят фруктовый чай. А посол Северного озера терпеть не может лукового тролля. Сударыня, а не секрет ли мне чего веселенького? Минуточку, я уточню. Милая барышня, сейчас самое время для музыки. Может, чуть позже. Что делаете? Да так, хотим помочь тебе с поиском улик. Сам-то ты вряд ли что-то найдешь. Ха, это мы еще посмотрим, герой. Знаешь, а ведь я знаю, зачем ты так стараешься. Да?
И зачем же? Попасть в сказочный мир, пойти учиться на волшебника, а теперь доказать, что умнее меня. И все это ради похвалы одной нашей общей знакомой. Что? Вовсе нет! А мне кажется, что да. Нет! Нет? А что же ты тогда так разволновался? Я разволновался? Ох ты, самодовольный! Ого! Ребята, смотрите! А? Все, больше никаких праздников. Никогда. Ох, да, все-таки это так утомительно. Работать, когда другие отдыхают. Ну что, барышня, теперь-то можно сыграть? Да играйте уже, дядечка. Молодцы, девчонки, тут еще последний пункт остался. Ни за что не давайте играть гному из Медвежьего края. 5 восклицательных знаков. Это который? С гармошкой? Да, а что? Что-то мне тут совсем не нравится. Это же пропавшие сказочные. А, визирь! Тихо ты! Чего орешь? Это не визирь, а статуя. А это что? Ого! Такой книги я даже в сказочной библиотеке Мышкина не видел. Смотрите, здесь не хватает страниц. Это же информация про путеводный артефакт. Ладно, разберемся с этим позже. Уходим. Ты что делаешь? Вдруг визирь вернется и обнаружит пропажу. Ты вообще это воровство? Морок! Не это слуха не пидает, играет ру-ля-ля. Что за ужасная какофония? Это невыносимо! О, бедняжечка моя, волшебницы, сделайте же что-нибудь! Сейчас, сейчас! Девочке надо это как-то заглушить! Я заслужил отдых. Потанцуем, дамы. Вот так гораздо лучше. Молодцы, волшебницы. Спасибо. А мы, кстати, у вас спросить хотели. Не знаете ли вы что-нибудь о путеводном артефакте? Дайте-ка подумать. О! Когда же этот слет закончится? Они там уже 2 часа свои важные дела решают. Девочки, мы нашли их! Улики против визиря! Он точно повелитель! А еще мы знаем, где вам искать остальные части путеводного артефакта. Если верить Ибн Дюку, путеводный артефакт состоит из 3 частей. И одна у нас уже есть! Осталось узнать, где искать еще 2. Какая красивенькая! Варечка, дай подержать! Как блестит! Вот бы мне ее на шляпку! Ой! Наша иголка! Подожди! Порежь от уголовы! Девочки, скорее! Впереди озеро!
лисичка. Но сейчас вернуть иголочку важнее. Воробушек, подожди! Ух, хулиган пернатый! Как мы теперь иглу в руду искать будем? Спокойно. Сейчас я просканирую дно. Ой, одна-то и не видно. А все из-за Алисы! А из-за тебя, Аленочка! Мои часы сломались! Так, виноватых потом искать будем. Сначала надо иголку достать. Я сейчас. Ракушки Едвиги Петровны! Не зря я их из Мышкина захватила. Но только их всего 4. Да-да, я с вами. Только мне сначала часы надо починить. Я за инструментами в башню сбегаю, а вы меня здесь пока подождите. Уже 3-й раз за неделю ломаются. Оказывается, в сказочном мире тоже подводный городок есть. Странно. А где все жители? Внимание, внимание! Позвоночные, беспозвоночные, обладатели плавников, раковин и щупалец! Добро пожаловать на наши ежегодные гонки! Гонки? Класс! Сегодня вас ждет прилив эмоций и море драйва! И все ради главного приза – Кубка морской звезды! Девочки, наша иголка! Ага, нашлась! Давайте заберем скорее! Нет, Ален, красть мы ее не будем. Надо придумать другой способ. Уже скоро лучшие гонщики всего подводного города сойдутся на треке, чтобы решить, кто выиграет главный приз. Это буду я! Я выиграю! Что? Что? О чем ты только думаешь? Как ты будешь участвовать в гонках? У тебя даже конька нет! Ой, а вот и конек для Варечки. Этот заморыш? А больше там никого нет. Похоже, всех разобрали. Придется тебе, Варечка, на этом богатырском коне соревноваться. А у тебя есть хозяин? Понятно, почему он такой хилый. Бери, бери, Варечка. Все равно других вариантов нет. Да куда ты все смотришь? Тебе нравится? Ладно, надеюсь, этот заморыш хотя бы до гоночного трека доплыть сможет. Ты знаешь, Варечка хотела сказать, что если ты выиграешь в гонке, то эта розовая лошадка, может быть, обратит на тебя внимание. Да-да, именно это я и хотела сказать. Как говорится, дареному коньку Варечка в зубы не смотрят. Эх, плакала моя победа. Эй, подводный народ! Вы готовы? Гонка состоится в 3 этапа. Всего 7 участников. Во второй этап проходит 5 лучших. В 3-й – тройка. Победитель последнего этапа станет чемпионом. И вот, горячо любимые хладнокровные, пришла пора разогреться и познакомиться с нашими участниками. Номер 1 – Килька. Далее Килька, Килек, Килькус и Киль. А под номером 6 выступает наш любимый, обожаемый, несравненный и непобедимый чемпион Барракуда. Да, это я. Ну что ж, пора начинать нашу гонку. Что? Так, секундочку. Кто тут у нас? Варя. И под номером 7 у нас выступает Варя. Вот, возьми. Тебе пригодится. А это что за планктон? Мальковый сад в другой стороне. Ну-ну, веселей. Подумаешь, мы не такие большие. Зато мы храбрые. Варечка, давай! Покажи им глаз! Ой, наш конек такой худенький. Надеюсь, их с Варечкой не растопчут. Ну что, все готовы? На старт! Внимание! Марш! Да, и не забывайте о правилах гонок. Пихаться и толкаться разрешается. Да, вот это по-чемпионски. Вот это старт. Похоже, наш фаворит Барракудас не собирается давать соперникам и шанса. Скорее! Ну давай же, пожалуйста.
неудачники! Не дрейфуйте у меня на пути! И первый этап окончен! Видите-ка, кого это течением притащило? И наши гонщики могут перевести дух, чтобы с новыми силами продолжить борьбу за кубок морской звезды. С таким доходягой мне первого места не видать, если я вообще до финиша целой доберусь. Точнее, иголку. Иголку не видать. Что же делать? Кажется, я знаю, что нам может помочь. Варечка, продержись второй заезд. Девочки, за мной. Варечка, продержись второй заезд. Вот сама бы попробовала продержаться на этой развалюхе. Без обид, ладно? И все готовы ко второму этапу наших умопомрачительных гонок? 3, 2, 1! И второй этап гонок подошел к концу. Давайте посмотрим лучшие моменты. Как изящно! Одним толчком барракуда выбивает его в килик с треком. Какой прием! Не надо было тебя брать. Ах ты! Да как ты посмел? Варя! Смотри сюда! Эй, ты чего? Там же та самая лошадка, которая тебе нравится. Почему бы тебе с ней не поговорить? А ты с ней вообще когда-нибудь разговаривал? Тогда откуда она узнает, что она тебе нравится? Давай сейчас же скажи. Смотри-ка, а ты ей нравишься. Отлично! Похоже, у нас есть шанс! Финальный этап! Кто же победит? Киль, Барахудас или, может быть, Варья? Не смей дрейфовать у меня под плавниками, жалкая водоросль! Это мы еще посмотрим, кто из нас водоросль! Ох, глядите-ка! Какая скорость у номера 7! Он почти на уровне с Барракудасом! Да что с тобой такое? Вот это толчок! Браво! Твое место в хвосте, Планктон! Как тебе удалось? Ты так быстро плыл. Кажется, я поняла. Варя сейчас засыпет. Фантастика! Вот это поворот! У нас осталось только 2 претендента, и никаких сомнений, что победителем будет... Думаешь, ты сможешь меня победить? Сейчас увидим! Барракудас выбыл? О, невероятно! Впервые за всю историю подводных гонок победу одерживает наездник-новичок! Наш победитель – Варья! Больше радуешься? Кубку или иголке? Победе, Машенька!